SBS Radio, the many voices of One Australia, broadcasting in the year 2006 in over 68 community languages. Next, an hour's program in Russian. Радио СБС. В эфире воскресная программа из Сиднейской студии. С вами до конца часа Алексей Вачев. Здравствуйте. И мы приветствуем всех наших радиослушателей сегодня, нашего русского радиочаса в прямом эфире в разных городах Австралии. Русское радио существует в Австралии уже 30 лет. Его основатель и бессменный ведущий Алексей Вачев общается со своими слушателями 5 раз в неделю. Вещание ведется из Сиднейской студии государственной радиостанции CBS. Это вторая крупнейшая телерадиокорпорация в Австралии. Помимо русской службы, здесь работают еще 67 языковых редакций. Согласно последней переписи населения, около 60 тысяч граждан Австралии назвали себя русскими. По словам Алексея Ивачева, в действительности их еще больше. Две трети из них регулярно слушают «Русский час» на CBS. Но среди наших радиослушателей здесь, в Австралии, конечно, это представители всех волн иммиграции. Это из Китая 50-х, 60-х годов, это из Европы послевоенная иммиграция, это из, конечно, Советского Союза, из стран СНГ, из России, начиная с где-то середины 70-х годов. И значительная часть того, что мы выпускаем в эфир, то, что мы делаем, вот я говорю, значительная часть это все-таки посвящается событиям в России, это информация, это все, что связано с русской культурой, с русской историей, это наших слушателей интересует. Сам Алексей родился в 1945 году на территории Китая в семье русских белоэмигрантов. Потом переехал в Австралию, где закончил Сиднейский университет по специальности промышленный психолог. Отца он никогда не видел. В 1945 году, когда в Маньчжурию вошла Красная Армия, его как бывшего белогвардейца арестовали и увезли в СССР. Я сам из казаков. Мама у меня забайкальская казачка, отец уссурийский казак. Бежали они из России, конечно, в разное время, где-то сразу после гражданской войны, в очень тяжелых условиях. Бежали в Маньчжурию. А потом отец был забран в 45-м году и пропал. Тем не менее, я всегда чувствовал и продолжаю себя чувствовать казаком во всех отношениях. Так что, люба, братцы, люба! Сегодня уже никто точно не скажет, когда нога русского человека впервые ступила на австралийский континент. Согласно местным данным, в 1901 году здесь проживало 3368 выходцев из Российской империи. После революции и Второй мировой войны в Австралию перебрались уже десятки тысяч русских беженцев. Только из Китая сюда приехало 20 тысяч человек. Именно эта волна русской эмиграции и внесла самый значительный вклад в развитие австралийской экономики, науки и культуры. В XIX веке
Европейцы называли Австралию не иначе, как страной каторжан и овец. Действительно, самые старые британские колонии на континенте были местами ссылок преступников из Англии. После отбытия срока наказания они оставались здесь навсегда. Но в Южной Австралии, например, жили только вольные переселенцы. Каторжников туда не пускали. Основным занятием населения было разведение овец, а основным развлечением – скачки. К началу 20 века на австралийском континенте проживало менее 4 миллионов человек. Подавляющий процент населения составляли выходцы из Англии, Шотландии и Ирландии. Крушение Российской империи и массовый исход русских из своей страны после 1917 года стали настоящими подарками для Австралии. Правда, поначалу местные власти, напуганные большевистским переворотом, вообще запретили русским въезд в страну. Но уже после 1922 года этот запрет был снят, и беженцев из России стали пускать по визам британских консульств. С этого момента континент, считавшийся мировой провинцией, получил огромный приток трудолюбивых, законопослушных и европейски образованных иммигрантов. Среди них были квалифицированные рабочие, предприниматели, врачи, юристы, учителя, священники и военные, которые когда-то составляли элиту русского общества. В Австралии оказалась и целая плеяда выдающихся русских инженеров и техников, которые строили и обслуживали китайскую восточную железную дорогу. Многие из них покоятся сегодня на русском православном кладбище в Руквуде. Оно находится всего в получасе езды от центра Сиднея. Это один из самых грандиозных некрополей русского рассеяния в мире. Здесь на двух участках захоронено около 7 тысяч наших соотечественников. Одними из первых Австралия приняла семьи уральских и сибирских казаков, которые ушли из России с остатками Белой армии. Среди них был и отец Дмитрия Михайловича Речкалова, покинувший родину в составе Оренбургского юнкерского училища. По словам Дмитрия Михайловича, в Австралии большинство казаков стало фермерами. Чтобы прокормить большие семьи, поначалу приходилось наниматься на сезонные работы. Зимой казаки, как и многие русские, рубили сахарный тростник, а летом собирали хлопок. Здесь лежит мой папа, Харунжи Оренбургское казачье войско Михаил Кузьмич. Здесь лежат Есаул Оренбургское казачье войско Лещев, Оренбургское казачье войско полковник Степан Иванович Нестеренко, с Уссурийского казачье войско Андрей Григорьевич Тарала, долгожитель, скончался на 105-м году, бессменный писарь при трех атаманах. Полковник Черкес, Кирилл полковник, Аксенов Армурского казачьего войска. За участие в Брусиловском прорыве отец Дмитрия Михайловича был награжден Георгиевским крестом. Во время гражданской войны воевал против большевиков в составе Капелевской армии. В 1921 году ушел в Китай. Сам Дмитрий Михайлович родился уже в Харбине, на территории Маньчжурии. Оттуда семья и перебралась потом в Австралию. Оказавшись в стране кенгуру и эвкалиптов, казаки не изменили дедовским традициям. Здесь они организовали хутора и станицы, строили храмы, выпускали газеты и журнал «Станичник». На всю Австралию гремел когда-то казачий танцевальный ансамбль под руководством Карасева и донской казачий хор из Сиднея. Во время застолий и праздников всегда подавалась только русская еда. Ну, Пасха нормально встречаем, теплая Пасха и нормальная погода. Себя чувствую, что как российская весна. А Рождество, это, конечно, здесь ужасно, если 40-градусная жара, ты даже не чувствуешь, это русское какое-то Рождество. Настряпают пельменей, нажарят, а кушать невозможно, потому что 40-градусная жара. Почему австралийцы пьют пиво?
А вы-то что пьете? А мы-то, значит, по старинке иногда, значит, ну, 2-3 рюмочки водки можно, а больше-то нельзя. Жарковато. Мои родители и бабушка были очень верующие люди и сохранили, и благодаря их, значит, ну, я это, привезли в Австралию эти иконы. А эта икона довольно древняя, а эта икона Оренбургского казачьего войска. Сегодня о когда-то бурной жизни русских казаков в Австралии напоминают только семейные реликвии и фотографии. Со смертью старшего поколения ушли в прошлое многолюдные шумные праздники, исчезли казачьи станицы и танцевальные ансамбли. Эмигрантская молодежь уже лучше говорит по-английски, чем по-русски, и мало интересуется традициями своих предков. Русский клуб в Сиднее – один из старейших на континенте. Каждую неделю здесь собираются члены редколлегии исторического журнала «Австралиада». Он был основан в 1993 году потомками русских иммигрантов из Китая. Главная цель редакции – создание полной и подробной энциклопедии русской жизни в Австралии за последние 100 лет. 2 года назад вышел первый том. Сейчас готовится к печати еще 3. Из них можно будет узнать, например, что австралийский балет был основан русскими танцовщиками из группы Анны Павловой. А первой австралийкой, получившей звание «Мисс Вселенная», стала в 1963 году русская девушка Таня Верстак, чьи родители приехали в Сидней после Второй мировой войны. Что первый передвижной холодильный контейнер для грузовиков был создан в Австралии русским инженером Михаилом Рудневым. Австралийский сахар долгое время производился на основе процессов и оборудования, разработанного русским инженером-химиком Александром Сараниным. В общей сложности в австралийской промышленности были использованы изобретения и технические усовершенствования более 170 русских инженеров-эмигрантов. Почти все они были выходцами из Харбина, административной столицы китайской восточной железной дороги в Маньчжурии. Эта дорога была построена в начале 20 века для более быстрого сообщения с Владивостоком и управлялась русской администрацией по законам Российской империи. По договору с Китаем Россия могла эксплуатировать дорогу в течение 80 лет. После этого она должна была перейти в собственность китайского правительства. В 1898 году русские основали и построили в Маньчжурии город Харбин. Когда произошла революция, он стал прибежищем для десятков тысяч русских беженцев из Сибири и Дальнего Востока. В городе действовало 22 храма, работало 43 гимназии и школы. Изгнанные из России профессора основали здесь несколько высших учебных заведений. В том числе Институт ориентальных и коммерческих наук, высшие экономико-юридические курсы, педагогический институт, высшую медицинскую школу и медицинский институт, богословский факультет Института Святого Владимира. Самым знаменитым стал Харбинский политехнический институт, который выпустил сотни блестящих инженеров. Это было единственное высшее техническое учебное заведение за рубежом, где преподавание велось на русском языке. В Харбине работал русский театр, в котором ставились оперы и балеты. Существовали кинотеатры, цирк, симфонический оркестр, множество русских кафе и ресторанов. После того, как в 1945 году Маньчжурия была занята Красной армией, тысячи жителей русской колонии были арестованы и бесследно исчезли в советских лагерях. Тем не менее, часть харбинцев на волне патриотических чувств поехала в Советский Союз восстанавливать промышленность и поднимать целину. Другая часть, не желая жить ни под советскими, ни под китайскими коммунистами, эмигрировала в другие страны. В Австралию уехало почти 20 тысяч человек. Здесь многим русским пришлось привыкать не только к необычайно жаркому климату, но и к новому стилю жизни.
когда русские хорбинцы приехали сюда, то страна им показалась странной, чуждой и довольно скучной, и неинтересной. Люди выглядели странно тоже, они одевались иначе, они совершенно невкусную и пресную еду употребляли, не понимали совершенно, никакого вкуса не было у них к европейской еде. И, конечно, совершенно вообще уровень манер и поведения были совершенно другими. Когда-то, по крайней мере, у нас в Харбине мужчины нам уступали дорогу, открывали дверь, уступали место, целовали даже руку. А здесь все как-то просто-запросто. Они совершенно были, ну, выглядели какими-то деревенскими парнями. Впрочем, и самим австралийцам многое казалось странным в поведении русских. К ужасу местных жителей, эмигранты из России стали собирать в лесах грибы и есть их со сметаной. И то, и другое здесь считалось отравой. Сметана в представлении австралийцев была испорченным молоком. Но особенно удивляла местных жителей набожность новых эмигрантов. Первый русский храм на территории Австралии, Свято-Николаевский собор в Брисбене, был построен и освящен в 1936 году. До этого церковные службы совершались в частных домах, бараках, на квартирах, иногда по договоренности в храмах англиканской церкви. Никаких дотаций от государства православные общины не получали. Все русские церкви в Австралии были построены исключительно на добровольные пожертвования и часто руками самих прихожан и священников. После Второй мировой войны образовалась австралийско-новозеландская епархия Русской православной церкви за границей. Сейчас в ее ведении более 20 храмов, 2 мужских монастыря, 1 женская обитель и несколько часовен. С 1996 года епархией управляет преосвященный архиепископ Иларион. Ему 58 лет. Родился в Канаде в семье православных эмигрантов из Волыни. Закончил Свято-Троицкую семинарию в США. В последние годы, по его словам, стали нередкостью случаи обращения коренных австралийцев в православную веру. У нас в Австралии есть много случаев, где инославные переходят в православную веру. Не только миряне, но и священнослужители. Вы знаете, что во многих западных вероисповеданиях происходят большие перемены, модернизация, либеральные течения. Поэтому многие чувствуют себя неуютно. Они чувствуют пустоту духовную. И поэтому находят в православии именно апостольскую древнюю веру. Более 20 лет назад русские эмигранты основали в Австралии и самый южный на нашей планете православный монастырь. Он находится в 100 километрах от Канберры в глухой безлюдной местности. Последний участок дороги надо ехать по грунтовке через первобытный лес. Австралийцы называют его бушем. Эти чащи кишат экзотическими растениями, птицами и ядовитыми насекомыми. Ни воды, ни электричества, ни бензоколонок. Словом, никакой цивилизации. Именно здесь, в 1982 году, приход Покровского храма в Сиднее купил участок земли для будущего Спасо-Преображенского монастыря. Его строительство длилось 10 лет. Настоятель, архимандрит Алексей, говорит, что все здания были спроектированы с учетом местного климата и окружающего ландшафта. Сам он расписывал Спасо-Преображенский собор. Этот храм, как и весь монастырь, был построен исключительно на добровольные пожертвования. Освещение только естественное. Днем солнце, а вечером свечи. Воду и электричество для хозяйственных нужд монастыря получают с помощью небольшого генератора. Служба ведется на церковнославянском и английском языках.
Устав строгий, такой же, как и во всех древних русских монастырях. Единственное отличие заключается в том, что православная Пасха в Австралии приходится на осень, а Рождество – на лето. Это маленькая проблема, что здесь все вверх ногами. И это, конечно, необычно. А, наверное, самое такое забавное и шокирующее – это то, что эвкалипт никогда не теряет свою листву. И когда у нас зимой выпадает снег, и вся эта зелень стонет, вот этот эвкалипт поет, стонет, и деревья падают, вот это очень такое сильное впечатление. И беспомощно хлюпаются в этом снегу кенгуру. Они прыгать не могут, потому что снег мягкий. И вот местные жители шутят, что здесь особый климат, это очень микроклимат в этом районе, в Австралии, потому что Господь знал, что когда-то сюда приедут русские. До революции семья отца Алексея жила в Петербурге. Все родственники по мужской линии были морскими офицерами. Вот здесь я могу вам поделиться некоторыми семейными реликвиями из еще старой царской России. Дедушка Николай Юрьевич Фомин был близок к Колчаку. Во время Первой мировой войны воевал под его началом против немцев, во время гражданской – против большевиков. Кортик, офицерские погоны и андреевский флаг крейсера «Орел» – это все, что дед успел вывести с собой из России. Оба фамильных имения, одно под Вышним Волочком, другое под Нижним Новгородом, были разграблены и сожжены во время революции. Сам отец Алексей родился в Австралии в 1951 году. До того, как стать настоятелем монастыря, служил начальником духовной миссии Русской зарубежной православной церкви в Иерусалиме. Там он овладел искусством византийской мозаики. Кроме этого, пишет иконы и прекрасно музицирует. Когда мы основали этот монастырь с Божьим благословением, мы думали, что это будет сугубо русское место, в чисто русской традиции. И со временем, и через горький опыт, мы поняли, что это не воля Божия, что этот монастырь, имея свои корни и начало в русских традициях, должен жить гораздо более широкими задачами и служить всему православному миру и принимать всех православных людей, которые уже родились в смешанных браках и в очень сложных условиях. Сегодня в монастыре живет 7 человек, 3 монаха и 4 послушника. Помимо Спасо-Преображенского храма и келий, здесь есть библиотека, гончарная, ткацкая и иконописная мастерские, 4 отдельных скита и часовня. Изделия монастырского гончара, брата Сергия, пользуются большим успехом среди окрестных фермеров. Его отец – русский эмигрант из Китая, а мать – австралийка с немецкими корнями. My great-great-grandfather was a cardinal in Austria and... Один из моих предков был католическим кардиналом в Австрии. Иногда я думаю, интересно, что бы он сказал, узнав, что я стал русским православным монахом в Австралии? Возможно, он бы удивился и даже испытал досаду, но меня это совершенно не беспокоит. Я уверен, что он был бы счастлив, узнав, что я стал настоящим христианином, а не кем-то другим. Я говорю по-английски, но моя душа, мои мысли абсолютно русские. Мое сердце всегда стремилось к чему-то высокому, и меня не устраивало многое из того, что я видел вокруг себя в повседневной жизни. А здесь я обрел эту высоту. Монастырские огороды, сад и пасека находятся в ведении брата Макария. Он живет здесь со дня основания монастыря. Участвовал в возведении храма, выкорчевывал лес под будущий огород. Говорит в основном только по-английски. По матери он шотландец, а по отцу норвежец. Я долго выбирал религию.
Сначала думал стать буддистом, потом католическим монахом, ведь половина моей семьи католики, а половина принадлежит к англиканской церкви. Но потом мне повезло. В школе я встретил друга, который был русским православным. Однажды он пригласил меня на венчание. Это был обряд потрясающей красоты, и с того момента я задумался. А когда я увидел русское отпевание, я был так потрясен, что твердо решил принять православие. Заветная мечта отца Макария – со временем уйти в скит, чтобы всегда жить в молитвенном уединении. Мое любимое время в православной жизни – это Великий пост. Это самое лучшее время, чтобы духовно над собой работать и становиться ближе к Богу. После монастыря мы отправились в еще один удивительный уголок русской Австралии. Среди тех, кого советская власть безжалостно изгоняла из России, были и русские старообрядцы. Большинство из них составляли зажиточные крестьяне и купцы. Именно из этой среды вышли такие известные русские предприниматели и меценаты, как Морозовы, Рябушинские, Хлудовы, Солдатенковы и Кузнецовы. В Австралии они сразу завоевали уважение местных жителей своей честностью, трудолюбием, крепкими семейными устоями и отсутствием вредных привычек. На православную Пасху в домах старообрядцев накрываются богатые столы, а родственники и друзья всю неделю ходят друг к другу в гости. Каждый год на традиционный пасхальный обед собираются и братья Шахматовы. Все они родились в Манчжурии, откуда затем семья перебралась в Австралию. Здравствуйте, с праздником! Христос воскресе! Воскресе. Свой род Шахматовы ведут из села Дворцы Тобольской губернии. Их дед шил тулупы, а затем основал в Чите свое овчинно-шубное дело. Во время Первой мировой войны он добровольно жертвовал часть своих доходов на нужды русской армии. После революции Шахматовы вынуждены были бежать в Китай, спасаясь от красного террора. Оказавшись за границей без копейки денег, они вновь наладили свое дело. Но в 30-е годы приграничная зона, где они обосновались, была занята Красной армией. Все имущество опять конфисковали, а часть родственников расстреляли, после чего Шахматовы бежали в Харбин. Здесь Василий Семенович Шахматов женился на такой же беженке, Пелагее Ильинишне, и у них родилось 5 сыновей и 1 дочка. Несмотря на эмигрантскую бедность, все дети получили образование. Старший сын Павел даже успел поработать учителем математики в русской школе. Отец наш очень скучал по России. Он любил ее искренне, всегда говорил нам о ней, и при этом он всегда нас уверял, что советская власть, безбожная власть, не от Бога, то она не просуществует вечно, ей придет конец. Он говорил, что, может быть, я не доживу, но вам этот момент придется засвидетельствовать. В 60-е годы 20 века семье пришлось пережить еще одну революцию – на этот раз китайскую культурную. Потеряв в очередной раз все имущество, Шахматовы бежали в Австралию. Начав в очередной раз с нуля в чужой стране, уже третье поколение Шахматовых добилось успеха. Братья создали свою строительную компанию и возвели не один квартал частных домов в Сиднее. Русский человек, он везде приспосабливается. Я лично, как приехал в 63-м году сюда, устроился на заводе, английском заводе, сбор Land Rovers, эти армейские джипы.
И через несколько месяцев там работало 3/4 русских. И так продуктивность там поднялась на этом заводе, что и начальство получали и повышение, и в зарплате, и это. И они никогда не хотели, чтобы мы оттуда уходили. Один из братьев, Александр Шахматов, стал профессиональным певцом. Учился в Сиднейской консерватории и в Италии. Выступал на сценах десятков стран мира. Несколько лет назад получил российское гражданство, о котором давно мечтал. Русская эмиграция, она действительно не только жила Россией. В общем, мы живем Россией, жили Россией, живем Россией, всегда будем жить Россией. Русского человека можно изгнать из России, но Россию из русского изгнать никому не дано. Ну, я не знаю, насколько я по-русски говорю правильно или неправильно, но я считаю, что меня могут понять русские люди. Это тоже своего рода заслуга. Это несомненно, у нас, нами что-то двигало. А двигало это любовь к родине, к родному русскому языку. Ведь только вспомнить слова Тургенева «В одни сомнения», да. «В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. И нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Еще один поразительный пример того, на что способен русский человек, не стесненный путами бюрократии и произволом чиновников, медицинский комплекс для пожилых людей в Камбрамате. Сегодня это одно из лучших медицинских учреждений Сиднея. Оно было основано русским благотворительным обществом преподобного Сергия Радонежского в 1958 году. Центр включает в себя дома для престарелых и хронических больных, а также отдельные квартиры и коттеджи для пенсионеров, нуждающихся в постоянном уходе. С первых же дней существования центра его создатели заявили, что их главная цель – предоставить пожилым людям тот жизненный уровень, который соответствовал бы традициям русской культуры и принципам христианского милосердия. На 160 обитателей здесь приходится 180 человек обслуживающего персонала, включая врачей и медсестер. Спутниковая антенна позволяет смотреть все основные российские телеканалы. В штате дома престарелых есть специальные люди, в задачу которых входит развлекать постояльцев. Заниматься с ними пением, рукоделием или чтением вслух. Финансируется центр как на деньги частных фондов, так и на субсидии государства, которое жестко контролирует соответствие качества услуг их стоимости. Специфика именно заключается в том, что мы создаем здесь условия русскости, чтобы люди пожилого возраста, когда они уже приходят к тому состоянию, где они где-то должны жить. Они должны жить в русской среде, они должны иметь контакт с русской православной церковью, общаться с русской культурой и, конечно, самое главное, не забывать русскую еду, пищу, к которой они привыкли всю жизнь. Основной контингент центра составляют пожилые русские эмигранты, некоторые из которых помнят еще царскую Россию. Да. Нина Павловна Никиторович родилась в 1916 году во Владивостоке, где у ее семьи был большой собственный дом. Отец Нины Павловны был процветающим купцом, который вел обширную торговлю с Китаем. Где родилась? В Владивостоке, на Светланской 6, квартира 2. До сих пор помню этот адрес свой, где я жила. У отца было дело, дом вообще был трехэтажный, внизу был у него бизнес, а мы жили там, уже квартирант. Потом нас оттуда выставили, сказали, что нужно большой дом под
там сделали вроде «Красное знамя» или что-то назвали. И мы уехать должны были в Харбин. Отец уже был в Харбине. Мама взяла нас четверых, и вот мы приехали в Харбин. Может быть, молодежь, которая здесь родилась, знаете, некоторые вот и говорят, что родился в России, то есть в Австралии, значит, уже австралиец. Нет, а мы, старики, конечно, как были русские, так и останемся. Так уже и будем доживать русскими. Большинство русских беженцев навсегда остались благодарны Австралии, которая дала им приют и возможность вновь обрести достойную жизнь. Но и для самих австралийцев общение с русскими не прошло бесследно. Городок Банданун – типичная австралийская глубинка. Он был основан в 19 веке выходцами из Шотландии и Ирландии. Основное занятие населения – сельское хозяйство. Возле железнодорожного полустанка предупреждающий знак – лошадей привязывать запрещено. Местные жители очень приветливы и по-провинциальному неторопливы. В день нашего приезда афиша местного клуба сообщала, что здесь состоится выступление Сиднейского оркестра русских народных инструментов «Балалайка». Наверное, это самый необычный русский оркестр в мире. Во-первых, единственный человек, играющий на балалайке, коренной австралиец Брюс Баркер. Причем выучился он этому искусству самостоятельно, поскольку педагогов-балалайщиков в Австралии просто нет. Во-вторых, из 25 музыкантов 80% вообще не говорят по-русски. В основном это австралийцы, среди которых есть выходцы из Голландии, Шотландии, Польши, Сербии, Дании и Армении. Некоторые играют в балалайки уже целыми семьями. Создал оркестр в 1966 году русский иммигрант из Китая Владимир Савицкий. Руководит им также бывший харбинец Виктор Сергий. В 9 лет он уже солировал в Харбинском оркестре мандолин. Переехав в Австралию, закончил Сиднейскую консерваторию по классу скрипки. Прекрасно играет на саксофоне и домре. Кроме него в оркестре есть еще 2-3 профессионала. Остальные музыканты – любители. Один у нас строитель, другой – учитель музыки в школе. Баянистские студентки, сербка и китаяночка. Они заразились русской музыкой, но не только русской музыкой, и русской пищей. Они все обожают русскую пищу, где бы мы ни ели, и соленый огурчик. И, конечно, наш вот Хенри, австралиец, который играет на кибор, он заразился пить водочку под огурчик солененький. И это, говорит, это самое лучшее, что он когда-нибудь испытал в жизни. Голландка Вильгельмина Йонгианс полюбила русскую музыку еще в детстве и теперь отдает ей все свободное время. Когда я играю русскую музыку, то иногда я плачу, иногда смеюсь и грущу почти одновременно. Это настоящий пир для души. Я думаю, я бы умерла без этой музыки. Я влюбилась в нее, когда жила еще в Голландии, где она помогала мне пережить войну. Теперь она всегда со мной, и в радости, и в горе. Это часть моей жизни. Эндрю МакГилл родом из Великобритании. Его отец шотландец, а мать англичанка. Семья переехала в Австралию 25 лет назад. До прихода в балалайку он играл на гитаре в разных группах. Теперь его любимый инструмент – домра. Я думаю, эта музыка задевает самые глубокие струны души. Она то замирает, то вспыхивает, то становится очень нежной. Когда ты играешь русскую музыку, тебя словно волной бросает то в радость, то в печаль вместе со всем оркестром. Это замечательное ощущение. Мы все это чувствуем. Thank you.
По словам Эндрю МакГилла, австралийская публика очень благодарная. Русскую музыку здесь искренне любят и ценят. В месяц балалайка дает 3-4 концерта в разных городах Австралии и всегда при полных залах. Самому младшему музыканту оркестра 16 лет, а самому старшему 80. Когда я впервые встретила русских здесь, в Австралии, оказалось, что это очень душевные люди. Через 5 минут знакомства уже обнимают тебя. Как и в вашей музыке, сразу буря эмоций. И когда я впервые приехал в Россию, я увидел ту же искренность и те же объятия. Это потрясающе. Заветная мечта всего оркестра – проехать с гастролями по провинциальным городам Центральной России, чтобы прикоснуться к корням той культуры, которая подарила миру эти незабываемые феерические мелодии.